Самая значимая для россиян премьера на стенде Kia – это, безусловно, обновленный Kia Soul. Он находится в середине своего жизненного цикла, и компания решила обновить его дизайн. Хотя он по-прежнему очень передовой в этом отношении автомобиль, тем не менее появились некоторые новые акценты. Изменилась передняя и задняя светотехника, появился новый бампер, облицовка радиатора, новые цвета кузова, новые колесные диски. С первой половины 2017 года, когда эта модель поступит в продажу, она будет оснащаться, в том числе и в России, новой мультимедийной системой, которая поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto. Все это будет доступно нашим покупателям. Но самое главное новшество заключается в том, что Soul получил спортивную версию GT. Долгожданную, надо сказать. Мощную версию с турбонаддувным двигателем 1.6 TGDI, уже известному российским покупателям по модели CGT. Без уменьшения мощности этот двигатель будет установлен на Soul, но предлагаться он будет в сочетании с роботизированной 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Этот автомобиль будет отличаться оформлением дизайнерским, в частности, вот такими красными накладками на бампере и на порогах, иными колесными дисками увеличенного диаметра, 17-дюймовые диски. Есть также акценты дизайнерские в интерьере. Это оранжевая прострочка сидений, рулевого колеса. Это все будет украшать автомобиль снаружи и внутри. Но самое главное, он будет иметь потрясающую динамику, поскольку автомобиль сам по себе очень легкий. 204-сильный турбонаддувный двигатель снабдит его характеристиками, о которых пока покупатели Soul могут только мечтать. Помимо обновленного Soul, здесь представлена еще одна европейская премьера. Это рестайлинговая версия популярного в Европе минивэна Kia Currents. Здесь он показан в семиместном исполнении, и некоторые элементы снаружи, вы можете заметить, стали иными. Но самое интересное в нем то, что предлагается также нового поколения мультимедийная система с поддержкой новых функций и с полной интеграцией смартфона, а также разработана специально для европейских покупателей экономичная версия с эко-пакетом, которая будет предлагаться с особыми шинами, отличающимися с пониженным сопротивлением качению, механической трансмиссией, с иными передаточными отношениями. К сожалению, в России тенденция такова, что спрос на минивены такого класса практически упал до нуля. Все-таки, учитывая наши дорожно-климатические условия, в этом ценовом классе большинство покупателей предпочитают кроссоверы. Поэтому Kia не предлагает модель Currents на российском рынке. Может быть, эта тенденция изменится в будущем, но пока реалии таковы. Новое поколение Kia Rio, глобальная модель, которая будет предлагаться в Европе уже в начале будущего года. Она станет основой также для новых моделей Rio и на других рынках, в США, в Корее. Но, учитывая специфические требования российских покупателей, в нашей стране мы предлагаем автомобиль совершенно другой. Его роднит с этой новинкой только, пожалуй, название и мультимедийная система нового поколения. Существует, как вы знаете, две модели Rio. Так вот, другой продукт будет полностью отвечать требованиям нашего рынка, и он появится в продаже во втором полугодии 2017 года. У нас он будет предлагаться как с кузовом хэтчбэк, так и с кузовом седан. И он в большей степени, конечно, подойдет нашему рынку благодаря адаптации, благодаря особой подвеске. Но об этом мы расскажем позже, уже в 2017 году.